Доброе утро, дорогие друзья! И это утро у нас начнется с вкусного кофе. Все просыпайтесь, все просыпаемся, начинаем движение. Смотрите еще, что хотела показать. Значит, с каждого магазина, я не знаю, в неделю, наверное, пару раз выходят вот такие газеты. Это вот с одного магазина, их у нас много, поэтому каждый день какая-то новая газетка. Здесь они сообщают о своих скидках, когда они будут, со скольки начнутся и какие товары будут по сниженным ценам. Вот, например, яйца. За один лоток, да, где-то 3 доллара, а вообще обычная цена где-то 8 долларов, так что 3 доллара это считается не 8 долларов, наверное, 7 долларов, скорее всего. Так что яйца по 3 доллара это как бы совсем за даром. Ну и вот, кого что интересует. Кабачки, одна штука 1350.
$1. Одна штука. Огурцы за 3 штуки $1.50. Нормально. Дешево. Как на оптовой базе. Цены. Мясо, фарш. Чеснок тоже дешевый. Ну и на этой стороне. Что у нас тут? 2 бутылки сока. Почти. Чуть больше $3. Ну, вот это дешево. Соевая паста. Для мяса. Остальное я беру очень редко, даже не знаю, какие цены обычные, стандартные. Thank you.
посмотрите, что я себе заказала, я решила преобразить свою морозильную камеру. В общем, эти пельмени, которые по бесконечным мешочкам там лежат, надоели мне. Я решила все сюда сложить, всякие котлетки, фрикадельки и так далее. Посмотрим, что у меня там осталось. Я немного разгрузила морозильник, стараюсь ничего не покупать, пока все не съедим. Посмотрим, как это будет смотреться. Мне кажется, очень удобно. И эта ручка есть. Да, чувствую, тут подъедать нужно будет. Так, начнем. Итак, в первую корзинку сложим лед. Я его храню вот так. Сейчас, надеюсь, будет получше. Смотрите, как выглядит морозильная камера после. Конечно, ну, вот сюда можно что-то положить. Почти ладошка моя входит, но у меня такая небольшая рука. Если что-то сюда положить, эти будет неудобно вытаскивать. Ну ладно. 5 штук мне, естественно, не хватило. Но если я еще куплю 5, там в наборе 5 штук. Вот уж не знаю. У нас много мелочевки разной. Типа такого. Удобно ли будет мне хранить это все? Посмотрим. Ну а на этом я заканчиваю видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока!